что ты хочешь, показывай скорее. Я хочу шоколадный фонтан, приготовьте, пожалуйста. Будет сделано. Мне понадобится молоко, которое я полностью вылью в кастрюлю. Далее возьмем пару плиток шоколада и хорошенько все перемешаем. Теперь берем кастрюлю и заливаем молочный шоколад в фонтан. Мур-мяу, как же аппетитно! Далее возьмем рыбьи хвосты. Главное их не съесть. Насаживаем на шпажку и подаем вместе с шоколадным фонтаном. Мяу. Итак, засыпаем Skittles в фонтан, потому что я хочу сделать фонтан со вкусом Skittles. Да, он будет радужным. Теперь я вооружусь горелками и расплавлю конфетки. О, пошла жара! Какая красота! Невероятно! У меня получилось! Думаю, достаточно. А я сделаю полезный фонтан. Для этого взбиваем в блендере брокколи, шпинат, рукколу. Заливаем водой и перемешиваем. Получилось идеально. Можно заливать овощную смесь в фонтан. Ой, ну какая красота! Но это еще не все. На шпажку я насажу черри, огурчик и морковку. Вот и все, мое блюдо готово. Эмма, дорогая, пробуй. Вау, все выглядит супер. Хотя, погодите, это что, рыба? Ну ладно, давайте попробуем. Вдруг она не настоящая? Хотя пахнет как настоящая. Нет, знаете, такое я не ем. Так, а это у нас что, овощной фонтан? Никогда такого не пробовала. Себе. Мне не нравится. Ух ты! Маршмеллоу! И фонтан такой красивый, разноцветный. Выглядит нереально аппетитно. А на вкус еще лучше. Мне очень нравится. Ням-ням-ням. Однозначная победа! О, это же мой фонтан! Я победил! Котик, давай радоваться! И еще немного, и утреннее молоко из меня выйдет. Теперь я хочу что-то в аппарате. Можете придумать, что в него положить? Давайте, я в вас верю. Отлично, у меня уже есть идея. Я сделаю аппарат со жвачкой. Она должна быть идеально круглая. О, да, Хуба-Буба подойдет идеально. Она у меня разных цветов. Для начала нужно все раскатать. А затем вырезать небольшие круги. Ага, вот так. Классно! Вытаскиваем один круг и скатываем шарик. И еще немного, и готово! Смотрите, получилась обалденная жвачка! Очень много обалденных жвачек! Теперь их можно засыпать в аппарат! О, как же аппетитно выглядит! Вот и все, можно подавать! Мяу! У меня идея намного лучше. Мне нужен аквариум с моими любимыми рыбками. Какие же они аппетитные. То есть красивые. Ловим всех рыбок с очком. А затем перекладываем в аппарат, куда я уже налил воды. Готово. Батюшки, смело, шеф-кот, смело. Ну что ж, пора и мне приступать к готовке.
я люблю делать еду полезной и вкусной. Поэтому нарежу разные фрукты на квадратики. Нарежу драконий фрукт, затем ананасик, затем экзотический манго и апельсинку. Каждый фруктовый квадратик кладем в разную форму. У меня много круглых форм. Вот и все. Осталось только все залить желе. Ой, как же вкусно и сладенько будет. Накрываем и ждем, когда все застынет. Пришло время проверить. Да, получилось идеально. Можно перекладывать фруктово-желейные шарики в аппарат. Да, это полезная версия жвачек, от которых зубы не испортятся. Приятного аппетита, детка! Вау, это рыбки? Ничего себе! А может быть, это иллюзия? Попробуем достать. О, нет! Это не иллюзия, это настоящая рыба! Нет, такое я есть не буду! А вот это выглядит красиво! И похоже на аппарат со жвачкой! О, розовая жвачка! Красивая и вкусная! А еще пузырь получился обалденным! Мне понравилось! Так, это мы отставим. А вот здесь прокрутим и попробуем. Кажется, это желейная конфетка. Вау, вкусно! Мне нравится! Этот аппарат с желейно-фруктовыми конфетками побеждает! Я победила! Ура! Ой, все! Теперь я хочу, чтобы вы приготовили мне что-нибудь с клубникой. Приготовите, ладно? С клубникой? Да, без проблем. О, так это легко! Если хочешь клубнику, то будет тебе клубника. Это самый простой раунд за всю мою кулинарную жизнь. Итак, берем очень много клубники и насаживаем ее на шпажку. Отлично! Теперь берем бокал. Между прочим, он уже заранее наполнен клубникой. И втыкаем в него шпажки. Красота! Мой супер-десерт почти готов. Эмма будет визжать от восторга, когда увидит эту клубничную башню. Можно переходить к украшению. Добавим вкусный ванильный крем. Вот так. А еще обязательно украсим все печеньками. Прелесть! Ну что, видели, что я сделал? Мяу, видел. Хотя лучше бы мои кошачьи глаза не видели этого кошмара. Я придумал кое-что намного вкуснее. Берем шарик, окунаем в шоколад, а затем острым коготком раз, и шарика больше нет. Зато осталась шикарная шоколадная полусфера. Ею я накрыл гору клубники. А затем добавил немного деталей, чтобы Эмма поняла, что блюдо полностью принадлежит шефу-коту. Я уже нарезала клубничку. Хочу приготовить клубничный чизкейк. Засыпаем клубнику в форму, где до этого я разложила песочное тесто, а затем заливаем все молочной смесью и отправляем в духовку. Так. Вот и все готово. Вы только посмотрите, как аппетитно. Эмма, приятного аппетита. Вау, ничего себе! Хочу начать вот с этой высокой клубничной башни. Вау, как вкусно! Хочу еще, еще! Обалденно! Крем и клубника очень здорово сочетаются. Теперь я хочу попробовать вот этот клубничный чизкейк.
Не сомневаюсь, что его приготовила бабуля. Ее выпечку я узнаю из тысячи. Ну что ж, осталось последнее блюдо. Клубнику не вижу, но, наверное, нужно растопить шоколадную сферу. Поливаем. Ого, и правда! Я вижу клубнику. Ну-ка попробуем. О боже, что может быть вкуснее клубники в шоколаде? Котик точно знал, что делает. Итак, это блюдо побеждает! Мяу, я лучший шеф-кот на свете. Кожаные, уберите руки от победителя. Как вы уже поняли, медовое желе пролилось, поэтому вам нужно приготовить новое. Можете начинать. Да это же проще простого. Итак, мне понадобится автомат с ММДэмс. Вау, выглядит аппетитно! Дэнни, тебе сладкое нельзя. Шеф, и что вы собираетесь со всем этим делать? Я сделаю радужное медовое желе с помощью этих радужных конфет. Набираем конфеты всех цветов в небольшую тарелку, а затем пересыпаем их в бутылку. Главное, чтобы все не перемешалось. Когда конфеты засыпаны по слоям, можно заливать мед. Открываем баночку вкусного сладкого меда и заливаем в нашу огромную бутылку. Вы только посмотрите, как же аппетитно мед растекается по конфетам. Объедение! Настало время все как следует заморозить. И с этим справится спрей мгновенной заморозки. Готово. Это мне больше не понадобится. Ой-ой-ой! Мамочки, у меня же рука замерзла! Спокойствие. Сейчас наденем перчаточку, ой, то есть варежку, и станет легче. Спасибо, бабушка, вы правы. Ой, ну ладно, пора и мне начать готовить. Первым делом нужно полить горшочек с землей, чтобы выросли свежие фрукты. О, смотрите-ка! Бабушка, а как ты так быстро вырастила дерево? Это все годы тренировок. Ну что ж, теперь у меня есть все самые вкусные и полезные фрукты и ягоды. Осталось только все стрясти с дерева прямиком в бутылку. Получилось. Вот, теперь у меня есть целая банка витаминчиков. Кстати, для медового желе нужен мед. И сейчас я его достану. Улей в руках. Отвлекающий маневр. О-о-о, роскошный букет. И кажется, он понравился не только мне. Веселитесь, детки. Ну что ж, переливаем мед в нашу бутылку. Как же вкусно получится. Теперь только нужно все это заморозить. У меня есть ультрамощный мини-холодильник. С его помощью получится быстрее всего. Бррр, даже немного похолодало. Ого, бабушка успела все приготовить, а у меня ничего нет. Хотя, погодите, кажется, у меня есть идея. Я сделаю медовое желе в своем стакане из-под коктейля. У меня даже осталось пару джузболов. Это такие шарики, внутри которых сладкий сок. Добавим тик-так. Затем конфетки Нёрдс. Зальем все фантой. И, наконец, выльем мед. Теперь хорошенько все потрясем. И готово. Первый раз что-то готовлю, и уже здорово получается. Не трогайте меня, отстаньте! Ах, ладно, забирайте свои цветы! Ну что за день, меня всего искусали! Давайте уже покажем наше блюдо Кимберли! Вот это да! Как много всего вкусного! Хочу начать с самого маленького! Выглядит прикольно! Такой интересный голубой цвет! На вкус! Классно! Фанта с джузболами мне нравится. Wow.
Теперь хочу попробовать вот это медовое желе. Вижу в нем мои любимые ягоды. Ой, это нереально! Мне очень понравилось. А здесь, кажется, Скитлз. Да, я права. Мои самые любимые конфетки. Итак, радужное медовое желе мне понравилось больше всего. Ой, спасибо, Кимберли. Бабушка Дэнни, шеф. Внимание, я хочу, чтобы вы приготовили сэндвич. О, сэндвич! Это просто! 100 раз видел, как бабушка готовит сэндвичи. Итак, мне понадобится хлеб и нутелла. Размазываем по хлебу нутеллу. А затем отправляем в тостер, чтобы хлеб стал еще вкуснее. Самое главное – успеть поймать тосты. Ловлю, ловлю. О, поймал! Добавляем взбитые сливки. Затем нёртс. И клубничный сироп. Накрываем вторым тостом и готово. Бабуль, смотри! Детка, ну ты умничка, справился с такой сложной задачей. Кстати, нутеллу я у тебя позаимствую. Выливаем ее на наш панкейк, размазываем и накрываем вторым панкейком. Далее смазываем абрикосовым джемом. Снова выкладываем панкейк. Затем намазываем арахисовой пастой. И выкладываем последний панкейк. Но это еще не все. Теперь делаем жидкий шоколад, которым потом я полью свой сэндвич. Вот и все. Куда лучше, чем скучный хлеб. Ой, это даже сэндвичем не назвать. Сейчас я вам покажу. Итак, берем тост, смазываем его кетчупом, выкладываем бекон, затем сыр, помидорки, огурцы, лист салата, а затем повторяем все это несколько раз. Ну а верхний тост будет особенным. Вырезаем в нем небольшой круг. В этот круг перекладываем яйцо и поджариваем. Да, получается тост сразу с яичницей. Кладем его сверху и разрезаем. Посмотрите, как аппетитно получилось. Кимберли, скорее пробуй, пока никто за тебя не съел. Вау, выглядит вкусно! Хочу начать вот с этого розового сэндвича. Какой он сладкий! И этот сэндвич из панкейков тоже сладкий! А этот сэндвич больше всего напоминает тот, что я нарисовала. Очень вкусно! Знаете, мне понравились все сэндвичи. А значит, вы все победили! Ура! Такое возможно? Ой, так это ж замечательно! Поздравляю! Что же мне хочется на этот раз? О, точняк! Я хочу пасту! Самую вкусную! Будет сделано! Я сделаю макароны для пасты сам. Первым делом высыпаем муку с горкой. Далее в ней делаем углубление и разбиваем в нее яйцо. Теперь замешиваем тесто для будущей настоящей итальянской пасты. Да, тесто получается идеальным. Мой итальянский наставник меня бы похвалил. Осталось нарезать пасту на ровные полоски. О, да, и снова идеально. Отправляем вариться в подсоленую воду. Какой невероятный аромат! Теперь я вооружусь острым ножом и нарежу бекон, который затем обжарю на сковороде. Ну а к бекону можно добавлять мою отварившуюся пасту. Теперь нужно добавить немного огня. Огненное шоу заказывали? Тогда прошу.
ложки, шеф! Это же небезопасно! Открытый огонь на кухне! Даже не смейте портить мою пасту пеной огнетушителя! Я поняла. Итак, отвариваем пасту вместе с кусочками овощей. Паста получилась цветной и аппетитной. Ю, паста воняет овощами, гадость! Вот я свою пасту буду делать из мороженого. What? Что? Да-да, смотрите, это легко. Кладем мороженое в мясорубку и прокручиваем. Выходит настоящая лапша. Поливаем ее клубничным сиропом. Ну что, бабуль, как тебе такое блюдо? Странно, Дэнни, странно. А что там шеф готовит? Какой аромат! Аромат победы! Добавляем к пасте сливки. И все как следует перемешиваем. Как же это будет вкусно! Перекладываем на тарелку, поливаем сливочным соусом, посыпаем зеленью и готово! Лучшая итальянская паста для Кимберли! Ой, я такая голодная! Начну вот с этой пасты! Она с беконом, а бекон я люблю! Ой, очень вкусно! Так, а эта паста с чем? Такая яркая! Но на вкус! На вкус, как будто лука поела, гадость! Так, а это что? Ого! Неужели это сладкая паста из мороженого? Здорово! Такое я еще никогда не пробовала! Но мне очень-очень нравится! Ням-ням-ням! Это победа! Еще и мой любимый клубничный сироп! Ого! Да! Я лучше всех готовлю! Это возмутительно! Итак, в первом раунде вы должны приготовить мне вкуснейшую пасту. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Пасту? Понятия не имею, как варить спагетти. Еще и коробка не открывается. Как ее открыть? Эмма, не так уж это и сложно. Смотри, открывается она вот здесь. А, понятно, вот тогда. Ой. Теперь все спагетти валяются по комнате. Но ничего, я быстро все соберу. Ну что за дилетантство? Я могу открыть пачку и поймать спагетти, даже не глядя. А еще возьмите на заметку, что с едой нужно обращаться с любовью. Только тогда она получится действительно вкусной. Да что ты говоришь? Это и ежу понятно. Но у каждого свой способ приготовления. Ну что, самое время приготовить сыр. И, конечно, не забываем о безопасности. Ну что, погнали! Какой ужас! Эмма, не смотри! Бедный сыр, ну кто же его из ружья расстреливает? Вообще-то, таким образом я его плавлю. И именно так он получается наиболее вкусным. Теперь добавляем сваренные спагетти и хорошенько перемешиваем. Сыр тоже не помешал. Но мне будет достаточно того, что я его просто натру прямо в спагетти. Тут я согласна с Эммой, можно и просто натереть. Я использую специальный пакетик, чтобы все было аккуратно. Вот так. Ни одного кусочка мимо. Вот это лайфхак, бабуль. А что за запах? Как же я могла не уследить? Да уж, такое Бену не понравится. Надо что-то придумать. Точно! Мармеладные червячки с клубничным сиропом будут отличной альтернативой. Вот это я понимаю, паста. Такое Бену понравится. Здорово придумала, внученька. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, первым будет кандидат по центру. Фу, я ел пасту гораздо вкуснее. Это меня разочаровало. Теперь время попробовать пасту из этого гигантского куска сыра. Как же аппетитно выглядит.
Да, совсем другое дело. Я, пожалуй, не отказался бы от добавки. Какой тяжелый. Что? Неужели это все? Такой огромный кусок сыра и какая-то несчастная вилочка спагетти. О, какой оригинальный последний кандидат на победу. Хотя выглядит не очень аппетитно, но стоит попробовать. Ого, такое мне нравится. Эмма, мои поздравления. Твоя паста оказалась самой вкусной. Я обожаю мармеладки. Ура, я знала, что ему понравится. Ну что ж, в этом раунде я хочу вкусного мороженого. Как всегда, проще простого. Будет сделано. Я вообще понятия не имею, как готовить мороженое. Надеюсь, видео в ТикТоке подскажут мне какую-нибудь необычную идею. А вот и она. И правда, а почему бы не воспользоваться киндер-яйцом? Это так просто, но так интересно. Ого! Смотрите, какая крутая машинка попалась внутри. Класс! Я точно знаю, что мой внук обожает спелую клубнику и, конечно же, очень любит киви. И я не могла забыть про его любовь к голубике, поэтому прямо сейчас я сделаю идеальное мороженое. Оно будет сочетать в себе вкусы всех его любимых фруктов и ягод. Ну и, конечно, я использую самое свежее молоко. Мое любимое, кстати. О, да! Это было очень круто! О, бабуля, стойте! Внутри моя машинка, подождите! Дайте мне ее вытащить! Да подождите, говорю! Эммочка, ну что такое ты болтаешь? Не отвлекай бабушку, она идет замораживать вкусняшку. Вкусняшку? Вы серьезно? Ну да ладно, не буду отвлекаться. Уверена, мое мороженое будет не только самым вкусным, но и его подача будет самой оригинальной. Я подам его в поезде. Для начала в каждый вагончик я вылью немного азота. А затем каждый вагон я заполню мороженым. Вкуснейшим мороженым разных цветов и вкусов. Готово. Осталось только все это украсить. Для этого я использую яркую посыпку и прелестные статуэтки динозавров. Вы только посмотрите, какая красота! А ну, расступись! Поезд счастья скоро прибудет на платформу к Бену. Ого, какая красота! Ой, нужно торопиться! Все сделали такое классное мороженое, и только я ничего не успела. Не стоило так долго играть с машинкой. Хорошо, что мое мороженое готовится быстро. Нужно только отнести мой киндер в холодильник, чтобы он успел замерзнуть. Бабуль, вы так еще долго не дойдете. Давайте я помогу. Так, мне кажется, готово. Бабуля, готова. Можете возвращаться за стол. Спасибо, милочка. Девочки, только посмотрите, какая красота у меня получилась. Думаю, Бену это мороженое очень понравится. Ого, в этот раз опять очень аппетитные кандидаты. Но начну я, пожалуй, с этого многообещающего киндера. О, очень вкусно! Не знал, что из киндер-яйца получается такое вкусное мороженое. Так, теперь попробую мороженое бабули. Ого, уже вижу мои любимые ягоды. Какая вкуснятина! Я и не знал, что моя бабушка умеет готовить даже мороженое. Очень вкусно! А это еще что такое? Машинка! Бабуль, ты придумала мороженое с сюрпризом! Это нереально круто! Это еще что за поезд? Так мороженое мне еще никогда в жизни не привозили. По такому случаю я даже воспользуюсь золотой ложкой. О, да! Это нереально вкусно! Оно еще все разное! Здесь и яблоко, и бабл гам, и черника!
Шеф-повар Бетти, я поражен. Это лучшее мороженое в моей жизни. Я даже не сомневалась, что выиграю в этом раунде. Учитесь. В этот раз я хочу, чтобы вы сделали для меня леденец. Надеюсь, у вас получится. Леденец? Думаю, с этим заданием я справлюсь. А мой леденец будет еще и полезным. Я готова работать в четыре руки, чтобы и в этом раунде победа оказалась за мной. Ого! Ну, мне и двух для приготовления будет достаточно. Я сделаю леденец, основой которого станет клубничное варенье. Между прочим, я его сама приготовила. Его нужно добавить в кастрюлю, после чего размешать с сахаром и с водой. Ну, с такими простыми действиями я справлюсь. Только вот у меня нет варенья. Но, думаю, получится даже круче, если заменить его разноцветными мармеладками. С ними у меня получится не просто вкусный, но еще и очень яркий леденец. Осталось только положить палочку и подождать, когда эта масса затвердеет. Какая же я молодчина! В это ароматное яблочко я воткну шпажку. Какое симпатичное! А затем нанесу получившуюся смесь на яблоко. Положу на тарелку и хорошенечко подую, чтобы оно поскорее высохло. Ой, нет, это сложнее, чем я думала. О да, смесь для леденца идеальной консистенции. Осталось только разлить ее по формочкам и подождать, пока она затвердеет. И я планирую удивить Бена не только вкусом, но и количеством. Вы только посмотрите, какие очаровательные сердечки у меня получились. А еще я уверена, что Бену понравится моя идея с вертушкой. Бен, пора пробовать. Какой трудный выбор. Пожалуй, начну я с этого зеленого нечто в стакане. На вкус как стакан. Ну и что это за леденец такой? Следующая на очереди вертушка. Выглядит просто потрясно. А еще с ней можно играть. Ой, а что происходит? Оказывается, лепить конфеты на вертушку не такая уж и хорошая идея. Мимо. Последний кандидат. Бабуля, надеюсь, хотя бы ты меня не подведешь. Ого, вкуснятина! Это не только нереально вкусный леденец, но еще и мягкий. Да это же яблоко! Бабушка, это просто гениальная идея! Я победила? Мне даже как-то неудобно. Я рада, что тебе понравилось.